Вот, одно и то же, каждую осень. Пустота внутри, 36,8. Вот что значит не в ресурсе быть и выгорание. Интересно, есть в Москве доставка людей в ванную? Здравствуй, новый день, а, ты точно такой же? Как задолбала эта рожа. Ничего не интересно, ничего не радует. Ничего не растет и не падает. Друг прислал мем с президентом Америки. Ах, 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 истерика. В метро все такие же, странно, кто-то улыбается. А ты че такой грустный? Тебе что, не нравится? В офисе на работе атмосферка та еще. Что, я раньше не замечал, что за окном кладбище. Снова еду в унылом метро обратно. Че, вообще никак? Серьезно, ну, неприятно. Прочитал, как избавиться от депрессии. Устройте себе шопинг. Чё-то не весело. Как же мне снова стать активным человеком? О, придумал, заведу третьего и возьму ипотеку. Впереди 30 лет бодрости, 30 лет в тонусе. Будни в автобусе, не грусти. И пусть деревья листья свои сбросили. Забудь про депрессию, тебе не до осени.